Ягодные коктейли из сепарированного молока ждали гостей площадки приборостроительного завода «Ротор». Специалисты предприятия продемонстрировали, как с помощью специального оборудования проходит процесс разделения продукта на сливки и обезжиренное молоко. Большим спросом сепараторы пользуются у сельского населения, тех, кто держит домашнее хозяйство. Процесс сепарации молока – это очень интересная технология. Вы можете взять просто бочку, да, и долго ждать, пока более тяжелая часть жидкости не упадет на дно, а более легкая останется наверху. Как ускорить этот процесс? Сепаратор во время вращения, используя угловую скорость, он создает перегрузку, то есть давление на вещество там, в 8 раз, в 10 раз больше, в 30 раз. И за счет этого мы получаем сливки в реальном времени. Кроме того, на выставке представили мясорубки и сушилки заводского производства. Применение последних универсальное, а в летнюю пору особенно актуально. Совсем скоро, напоминают сотрудники «Ротора», урожай грибов, ягод и яблок. Самое время воспользоваться функциями сушилки и опробовать в ней новые рецепты. Анна Москаленко, Роман Хайрулин. Новости.